Защита Баха железная. Но вы поймите, что если каждый из вас туда попадет, лучше, если вы будете попадать сюда. Но, девчат, я вам могу сказать, что такой очень хороший день. Попасть в Бах тяжело. Реально тяжело. Ребята очень сильно переживали. Они больше даже сейчас переживают за свое лицо и грудную клетку, и бедра, потому что даже попасть сюда будет достаточно непросто. Любые удары должны быть точные. Максимально точно попадете. Не попадете, придется бить до тех пор, пока не попадете. Соответственно, если вы один раз хорошо попадете в пах, это не панацея от всего, вас предупреждаю, да? То есть самооборона не состоит из одного удара в пах. Помимо того, что вы ударите в пах, это может быть глаз, это может быть убежать и так далее, и так далее. Это один из инструментов. И он не нейтрализует соперника на долгое время, максимум там 3-4 секунды. Но это не минута, 2, 5 или 10, и вы там, да, ударил и стоишь там над ним. Ха-ха-ха, как тебе, гнись здесь. Нет, боя, префайт, бой, файт и постфайт после боя. Это очень-очень долго все рассказывает. До боя, вы сами понимаете, это еще пока не случилось на вас нападение, пока вы еще были внимательными, пока вы еще увидели там угрозы и так далее, и так далее. Есть файт, когда происходит непосредственный контакт, и есть такое понятие постфайт, которое вы должны запомнить для себя вообще на всю жизнь. Вот, я уже хотела начать с мяча, когда мяч прилетел. Постфайт, у нас есть такая шутка. Когда мы с вами делали разминку, вы касались частей тела, да, то есть вы старались, чтобы вас не коснулись, вы смотрели по сторонам, вы контролировали, да, то есть чтобы с кем-то не столкнуться, еще что-то. По факту это все постфайт, это сканирование. Сканирование той площадки, где вы находитесь. Молодец! Постфайт! Там уже не колено под 45, как в боксе, да? Это прямой удар тот же самый, да, то есть у этого обычный прямой удар, но если мы бьем в голову, девушкам мы рекомендуем бить пятки ладони, да, то есть если мы говорим с вами про... Скорее в подбородок, а не в шею. Нет, этим мы бьем, да, у нас бам, подбородок, у нас нос, пальцы в глаза. Если мы бьем в шею, мы бьем обязательно, соответственно, кулаком, потому что здесь это уже не пройдет. Но вы должны помнить о том, что кулаком челюсть или в нос бить не надо. Вам не надо. Почему? Потому что вы сразу же сломаете себе пальцы. Почему? Потому что вы все не готовы. Мужики тоже не готовы, они тоже ломают пальцы. Мы бьем пятки ладони. Кулаком бьем только в горло. Хорошо, мужики. Сейчас все то же самое мы делаем, но только мы из кулака поменяли положение на вот такое. Траектория практически такая же прямая, но постарайтесь чуть-чуть, она как бы приподнимающая. Пам снизу вверх. Пальчик здесь, 4 пальца вверх. Давай, беги вперед, 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 вперед.
Это флаг. Это флаг. Thank you.
the tab, you put your ass in the car.